Сынок, прикольно, да? Да. Прыгай. Ого. О, сейчас его Марик погонит. Ого. Полетел. Красавчик. Да, увидел. Костерчик будет сегодня, шашлычок. Деревья растут. Скважину достал. Насосу кранты. Вот, короче, шланг такой. Разобрал я его. Заклинил, короче, этот. Заклинил вот этот вот. Ну, хиромантия это. Достал его, вот эту часть разобрал. И, короче, масло полилось оттуда. Ну, хана ему надо. Купить надо просто завтра. Уже сегодня не работает магазин. Новый насос. Ну, вот здесь обратные клапаны. Все такое стоит. Ну. Подключить, короче, насос. Поставить. И все будет чики-бомбер. Вот такая у нас скважинка здесь. Сейчас покажу. Опа. Вон там скважина-то. Если видно. О, там не видно даже, где вода. Короче, далеко. В трубе вот и скважинка. Так что завтра все сделаем. Надо косить будет, покашу завтра. А так природа красота. Кто там? О, Сэмуэль летит. Нифига себе, какой большой. О, как быстро летит. Прикольно. Ну что, барон, давай я тебе покажу, что тут, короче. Это этот самый. Слива, по-моему. Это чернослив. Чернослив вымахал вообще капец. Большой. Ну вот. Персик. Red Haven. Формирование чашей. Вот. Будет. Классно. Я вот обрабатывал. О, какой зелененький. Это краснолистный бургундик. Тоже персик. Молодой еще очень. Это нектарин. Нектаринчик. Это такой же Red Haven, только маленький. Тоже обрезка была вот по центру. И новые повеешки дал. Вот. Видишь? Вот они. Мурашки ползают уже, засранцы. Тлю собирают. Но тли пока нету. Что еще тут есть? Что еще тут есть? Ну, это, короче, жимолость тут такая. Она как это, как голубика. А голубика вот. Фокус где? Вот, голубика в ряд пошла. Барри, 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 слушай, ну как же без нашего агреста? Во, какие агрест. Но это не зеленый, он будет красный, он еще не соспел. Сорт красный. А это все вот кустики, это все ежевик, ой, малина. Это как ее, смородина, красная, черная, короче, ну не суть. Так вот, самое прикольное здесь, что у меня в моей теплице. Укропчик для закатки. Блин, а это кто достал? О, уже укореняются мои корешки эти. Нифига себе. В калиусе все. Прикольно. Вот так надо сделать. Это лимон я укореняю. Будет лимончик. А тут что? Тоже вот уже. Если видно. Калиус образовывается. Это, короче, уже скоро корешки полезут. Так что уже скоро будут